Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму» и ее ведущие священник Максим Гортинский и священник Павел Крысанов. Вашему вниманию мы представляем рубрику «Как быть?». Ну что же, о чем же мы поговорим в этот раз? Приближаются дни Страстной Седмицы, продолжается Великий Пост, скоро кульминация, Страстная Седмица, в общем-то, да? И в связи с этим хотелось бы коснуться следующего мнения, которое в миру у людей бытует у православных. А мнение такое, буквально даже мы скажем нашим обычным предложением, как быть с тем, что христиане якобы учат тому, что страдание – это хорошо. Как быть с этим? Ну, тема страданий действительно звучит и в Евангелии, и сам воно часто мы слышим в проповедях. И часто священник может ответить на вопрос, что нужно нести свой крест. И это людям часто не нравится, даже, можно сказать, раздражает. Ну да, бывает, человек пришел в храм и надеется вот в данный момент от священника получить разрешение каких-то своих страданий, а ему говорят, неси свой крест. Неси, молись, да. И как же с этим быть? Что можем предложить? Создается впечатление, что якобы церковь учит, что не нужно ни от чего избавляться. На самом деле это, конечно, не так. На самом деле христианство как раз-таки предлагает совершенно противоположное. Предлагает избавиться от страстей, от страданий, от даже, в общем-то, смерти. Предлагает христианство все это победить. Все это победить. И как... страдания, и саму даже смерть в конечном итоге. Как же это может все победить? Каким образом? Страдания вокруг нас везде просто. Ну вот действительно, здесь мы приходим к этой фразе через несение креста. Через несение собственного креста. То есть достойно преодолевая выпавшие на нашу долю страдания. Ведь действительно, если мы начнем разбираться в сути вопроса, окажется, что мы и не можем-то, в общем, не страдать. Даже если мы представим какую-то такую жизнь человека, жизнь его полная чаша, много у него успеха, то все это тоже требует каких-то затрат, сил душевных, требует так или иначе каких-то забот, трудов, а значит все-таки страдания. Ну и в конце концов, самое главное, это в конце придется все равно с этим расстаться в жизни, придется все равно умирать. Что же это значит, достойно переносить страдания? Ну вот это, пожалуй, да, интересно. То есть страдания переносить, нести свой крест. А что значит достойно? Вот я размышлял об этом, и такую фразу увидел. Она принадлежит преподобному Иосифу Оптинскому, замечательному святому. Он сказал об этом примерно так. «Мы сами увеличиваем свои скорби, когда начинаем роптать». Вот ропот — это что? Это... недовольство, наверное, какое-то, да, своей жизнью. Недовольство, да. И действительно, чем больше мы ропщим, тем, наверное, скорбь, какая бы она ни была, может быть, даже она и не очень-то уж и большая, она начинает казаться и ощущаться острее, казаться больше. И действительно, наверное, нести достойно свой крест — это, ну, во-первых, не роптать. Ну и, наверное, как мне кажется, одно из главных — это понимание. Понимание того, что все-таки здесь мы, в этой жизни, в гостях, а если точнее, даже в стране изгнания. Из рая мы все-таки изгнаны, здесь нам его трудно достичь. И если мы стараемся исполнять заповеди Божии, даже когда нам трудно, делать добро, когда трудно, то, наверное, от этого бывает настоящая радость, которую тоже точно не отнимешь. То есть страдания можно победить, когда ты сам будешь выше страданий. То есть изменить воззрение на сами страдания. Наверное, в этом мы как раз увидим... Ну, без страданий почему нельзя? Потому что же контраст. Не может быть хорошо без плохо, да, к сожалению. Ну, вот да. В чем-то в этом, да, есть какой-то... Но мы можем над всем этим возвыситься, да, вот, над этими страданиями. Можем идти, да. Таким образом их хорошо победить. Для человека, оказывается, не всегда полезно, потому что оно приводит к переизбытку хорошо. Вот. А страдание, надо помнить, что мы сами себе часто создаем страдания. Наша жизнь, она переполнена страстями, и мы, не замечая того, часто, да, вот, надо не забывать, делаем страдания друг другу. Конечно же, какие-то страдания можно избежать, потому что какие-то страдания явно такие вот,
не от Бога. Да? Ну да, так, бывает, так, что скажем, какие-то, да? Или обстоятельства, не зависящие от нас, да, произошли, да. Это одно дело. А другое дело, что ну, очень много страданий, да. Мы устраиваем это сами себе. Да, здесь, конечно, по возможности можно их избегать. Церковь даже, в принципе, она это понимает, потому что даже Христос, да, уходил, да, прятался, да, от страданий в свое время, чтобы потом в нужное время прийти и пострадать уже полноценно, восприняв весь грех человеческий. Да? Ну да, и потом тоже призыв церкви в тех или иных моментах жизненных не грешить, это же тоже призыв к тому, чтобы мы не увеличивали свои страдания, в конце концов. И ближнего своего. Да. И страдания своих ближних, конечно, тоже. Вот я думаю, что на самом деле церковь на это все смотрит примерно так. Ну вот такая беседа у нас получилась сегодня. Поставим точку на это. Да. Дорогие друзья, с нами сегодня в программе замечательный человек, музыкант, педагог Дарья Ильина. Вот, приветствуем вас. Вот, недавно у нас были тоже музыканты. Все вы вместе, вас всех вместе объединяет одно. Вы были на нашем рождественском фестивале. Вот. Сразу бы хотелось задать простой вопрос. Вот вы так сразу решились выступить у нас? Вам было это интересно? Или просто вот хотелось поиграть еще где-то? Благодарю за вопрос. Ну, мы вместе выступали летом с отцом Максимом и его группой «Мои волны» на концерте. Это было замечательное такое событие на свежем воздухе, летний концерт. Вот. И еще там вы мне рассказали про этот фестиваль. Я так запомнила, но думаю, время еще до зимы много. Вот. И когда вы зимой написали, у меня как раз уже как-то я сама никакие концерты не инициировала. Вот. И когда это предложение поступило, меня оно прям вдохновило, прям захотелось сыграть, захотелось позвать кого-то из музыкантов. Вот. И поехать даже в Подмосковье. Тогда следующий вопрос. Вот музыку, которая у вас есть в интернете, да, вот я послушал специально. Вы играете, я так понимаю, с разными музыкантами, и все же периодически называете Дарья Ильина бэнд, да? Mm-hmm. Так? Вот бэнд — это для вас что? Это для вас знакомые или это уже постоянные музыканты какие-то? Бэнд, ну, во-первых, когда я анонсирую концерт, всегда хочется говорить не только про себя, а про людей, с которыми ты играешь. И так как иногда играли разные музыканты, я решила просто называть это словом «бэнд». Хотя друзья у меня шутили, что было там Боб Марли и Вейлерс, по-моему. Ну, в общем, он так называл команду, которая с ним все время, которая менялась. Так и у меня. Вот. Денис, с которым мы играли на концерте, мы с ним играли изначально, с самого начала вот с группой. Просто он потом уезжал на какое-то время в Израиль. Я играла с разными музыкантами. Там и со скрипкой, и с барабанами, и с гитарой. Вот. Но сейчас уже как-то стремлюсь к тому, чтобы более-менее постоянный был состав. Ну, в принципе, вот у девчонок, которые у нас были, у них есть псевдонимы. Вам может тоже взять псевдоним Дарья Ильина Бэнд. Причем это не будет зависеть от состава. Можешь одна выступать с фортепиано и также называться. Вот. Также хотелось бы спросить, да, о чем творчество? Я-то знаю, конечно, но зритель будет заинтересован, о чем творчество. Вот мы сегодня услышим песню «Легче» и «Будь миром», да? Вначале мы послушаем песню «Легче». Вот о чем она? «Легче» — это вообще первая песня, которую я написала. До этого я писала стихи в основном. По-моему, написала ты ее летом, да? Я написала ее летом. Хотя в ней есть рождественские нотки. Да-да-да, и она как-то... Получилось так бессознательно. Я писала ее на берегу озера. Там стояли такие красивые арбузного цвета лодки. Я начала наигрывать на гитаре. И вот пришли там первые строчки, что лодку у берега качает волна. Ей бы плыть хоть по течению, хоть против. Плыть неважно куда. И дальше у меня она написалась прям вот разом. Наверное, была такая мне благодать дарована, что вот песня прям от начала до конца я смогла ее написать. И неожиданно для себя там были такие темы какой-то вот легкости жизни, благодарности жизни, радости, вот. И темы веры тоже. Дорогие друзья, сейчас послушаем песню «Легче».
плыть, хоть по течению, хоть против плыть, неважно куда. Яблоко спелое упадет, кто-то досчитает до ста, жизнь может быть проста. Вторая песня? Вторая песня называется «Будь миром». Там про соль, мне понравилось слово про соль, что если, если человек уже так потерял свою соленость, его можно посолить, и он опять ее обрящет, да? Но она тоже, многие воспринимают как такую философскую какую-то, что «Будь миром на земле», «Миром во мне», «Ритмом во мне». На самом деле это такая песня про любовь, то есть когда ты какого-то человека так сильно любишь, что вот желаешь ему самого лучшего. Вот, такая, какая-то, мне кажется, такая искренняя любовь в этой песне воплощена. Отсылка к преподобному Серафиму Саровскому, да? «Чужий мир». Это мне уже вот рецензии расскажут о чем. Я про это не думала, когда писала, но здорово, когда какие-то смыслы находятся. А вы верующие, да, получается? Я, да. Верующие, православные? Да. И в хоре поете? И в хоре, в церковном пою, да. И детям преподаете? И детям. Детям преподаю просто вот в школе, в саду, неправославным, разным детям. А вот такая фраза там была в песне, как «жить проще, просто, если встретишь Христа», да? То есть что такое для вас встреча с Христом? Да, жизнь может быть проста, если встретить Христа. Ну, для меня это... На самом деле во многом встреча человека, то есть когда... Вот как Антоний Суржский, помнишь, говорил, когда он, как он встретил Христа? Вот, все время... А мне казалось, что он через Писание встретил. Да, он читал Евангелие, и ему показалось, что вот рядом с ним действительно есть Христос. Не показалось, а как он почувствовал реальность Христа, которая находится рядом с ним. Ну вот это у него такой вот опыт есть. У тебя другой, наверное, да, но чем-то, наверное, сущности схожие, да, получается? Но у меня не было такого, что вот бац, и там ты в один момент встретил Христа и прям понял. Это было более постепенно, но жизнь прям менялась и преображалась. Я вообще из верующей семьи, то есть у меня родители тоже верующие, но был период, когда я в храм не ходила, там, когда училась в институте.
Это и в каком потом... возрасте, если не секрет? Ну, вот вплоть до магистратуры, то есть там, может, лет до 23. А причина была сомнение или просто времени не хватало, или какой-то... Ну, как-то так плавно произошло, то есть, видимо, детская вера не перешла автоматически во взрослую, у меня начались как раз какие-то увлечения, напряженная там учеба, я училась в вышке, и я перестала ходить в церковь, а потом... И перестала даже вот общаться с теми, с кем там раньше общалась. Не специально, а просто вот... А музыка в тот момент была? Тоже музыки не было. То есть была музыка какая-то... вообще появилась после, когда я как раз вернулась к вере. И я вернулась там... У меня была не очень ситуация со здоровьем. Я начала помогать маме с ребятами с особенностями развития. Она у меня работает в такой сфере. И... Ну, я встретила какую-то такую другую жизнь, что это так меня изменило. Ну, начала в храм ходить снова, общаться с друзьями своими верующими с детства. И как-то в жизни стало очень много света. Вот, начала просвещаться тоже. И вот как раз песню эту первую я написала в лагере таком мамином. Можно сказать, что вот этот период такой, как бы, ну, в кавычках, без Бога, он, в общем, разрешился... событиями, да, которые произошли в жизни, и ты вот опять почувствовала такую, наверное, легкость, да, какую-то, может, так сказать, да, да, какую-то свободу с Богом, да, так? Да, и музыка появилась, и вообще вся жизнь как-то преобразилась. Да, стало легче, да, как раз. Ну вот, теперь мы с вами послушаем песню «Будь миром». Переверните солонку, высыпьте немного соли, просто немного соли на голову, чтобы стать заново, чтобы стать набело. Будь миром на земле, миром во мне, ритмом во мне. Будь миром на земле, бликами во тьме, жестом в тишине будь. Миром ты будь. Легкими спорами, мягкими гривами станем при станем отливами, взглядами новыми в разные стороны. Стану покорной, я стану я. Будь миром на земле, миром во мне, ритмом во мне. Тишине будь, миром ты будь. Снегами белыми, ветру послушными, ранними утрами, легкими вестями, вместе мы песнями, низкими нотами. Взгляд во мне выследит, взгляд во мне весь к тебе будь. Миром на земле, миром во мне, ритмом во мне. Тишине будь. И в заключение хотелось бы спросить простой вопрос, если бы... Простой. Вопрос, если бы сейчас вот вдруг была возможность встретиться с Богом и задать ему или сказать
что-то, что бы ты сказал? Может, спросил, может, сказал, может, что-то, чтобы как... Есть такой ответ прям? Ну, я думаю, на самом деле, что я бы его поблагодарила, вот, потому что, ну, я очень довольна той жизнью, которая есть на этот момент, что я могу сочинять музыку, что меня окружают люди тоже, там, мои друзья, что как бы много есть вещей, за которые можно поблагодарить. Кстати, удивительно, что девчонки тоже, вот я, у многих, по-моему, где-то это у Познера, по-моему, в передаче был вопрос такой, и все по-разному говорят, но вот девчонки предыдущие тоже скажем, поблагодарили, да, Бога за то, что вот они увидели этот мир, за то, что они живут в этом мире, за то, что встретили, кого встретили, за то, что у них получается. На этой ноте хотелось бы, наверное, закончить уже интервью, мучить тебя. Вот. Еще раз встречайте, да, Дарью Ильину. Вот. Ищите ее на всех стриминговых площадках. Вот. У нее есть 4, по-моему, релиза. Да, это 4 композиции, да, которых можно, да, послушать. Возможно, 5. Да. Возможно, 5. Вот. Вот. Можно зайти проверить. Послушать. Мы хотели бы, наверное, пригласить, я думаю, на Троицкий фестиваль у нас летом. Это 4 июня, по-моему, в этом году. Вот. Пригласить туда. Надеюсь, ты не откажешься. Вот. Ну и на этом мы с вами прощаемся. Дарья Ильина. Дорогие друзья, с вами рубрика «5 фактов о...» и в данном случае 5 фактов о Туринской плащанице. Факт номер один. Как минимум с 4 века до 1204 года реликвия находилась в Константинополе. Вероятно, она была одной из святынь, связанных с распятием, которые собирал святой Константин Великий. С XI века известна традиция иметь при храме копию плащаницы с образом распятого Господа. Существует она до наших дней. Факт второй. Благодаря Туринской плащанице мы знаем, что раны от гвоздей на руках Иисуса Христа на самом деле расположены иначе, нежели принято изображать на иконах. В действительности гвоздь пронзал не ладонь, а запястье. Ладонь не могла бы выдержать вес человеческого тела. Этот факт косвенно подтверждает то, что плащаница не могла быть создана средневековым художником, так как в то время мало кто мог доподлинно знать, как в действительности проводилась казнь через распятие в первом веке. Факт номер три. Святыню захватили католики-крестоносцы во время 4-го крестового похода. Ее вывезли в Европу. Здесь она находилась сначала во Франции, в городе Лире, затем Шарни. Здесь случился большой пожар в 1532 году, но святыня сохранилась. С 1578 года по настоящее время она находится в итальянском городе Турине. Именно здесь в 1898 году была произведена ее первая фотосъемка, сделавший ее фотолюбитель Секондо Пиа на весь мир объявил о сенсации, известной церкви тысячелетия. На негативах проявляется не что иное, как образ, известный по иконам Иисуса Христа. Факт четвертый. Возраст плащаницы до сих пор вызывает наибольшие дискуссии внутри научного сообщества. В 1988 году был проведен радиоуглеродный анализ ткани, причем с ее фрагментами работали сразу 3 независимые лаборатории. Этот метод появился в 1946 году и был удостоен Нобелевской премии. Проведенный анализ ткани показал, что святыня создана около 13-14 веков. Однако не учитывалось, что после пожара 16 века ткань целенаправленно чистили, использовали при этом растительное масло, да еще горячее. При таких условиях встает вопрос, а можно ли здесь вообще доверять этому методу? Факт номер 5. Науке неизвестен способ, при котором могло бы возникнуть изображение на Туринской плащанице. Следов того, что оно нарисовано, нет. Ничего хотя бы отдаленно похожего на краску или следы работы кисти. Кроме того, изображение удивительно четкое и открывает удивительные подробности. Тело было погребено согласно иудейским обычаям первого века. На веки были положены монеты. На их отпечатках частично видны надписи, позволяющие идентифицировать их как отчеканенные при императоре Тиберии.
Дорогие друзья, с вами была программа «Дорога к храму», и мы ее ведущие, священник Максим Картинский и священник Павел Крысанов. Всего доброго. До свидания.